удалось выследить тебя. Уходи оттуда быстро. Понял. Спасибо. Вернись сюда. Что там, Бедядин? Дай-ка, Стим, ты меня подлатал. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Thank you.
Любопытно. Мы на верном пути. Мне не пройти. Ты как, держишься? Рад слышать. Иди. Просто проверяю, здесь ли ты. Поможешь, иди один. Едва уцелел. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не протився. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Все хорошо, Беди-1? Приятно слышать. Здесь такая же штука. Может, они связаны?
Нужен Стим! Бросай сюда. Иду на поправку. Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Мест Зеффо. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище Набогана. Его образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять, почему. Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Thank you.
Ты это видел? Ох. Спасибо. Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди?
Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Зефы использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой.
Ким, беди один. Световой меч решает не все проблемы. Впервые такое вижу.
Соберитесь. Джедаи не ищут агрессии, мы противостоим ей. Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну, попробуй еще. Толкни шар, пока он не докатился до тебя. Используй силу, чтобы толкнуть шар к цели. Хорошо, продолжай. Быстрее, заверши испытание. Пробуй еще. Следи за шаром внимательно. Что стоит на пути, становится путем. Мой друг, взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево Врошерская Шиика. Пора обратиться к старому другу. Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом.